Всем привет, ребята! С вами, как всегда, Алекс. И игра, которая продолжает мне нравиться, это Нарака, значит. Да, у меня есть здесь павильон с сокровищами, одно сокровище. Я давно не заходил в Нараку, да, есть герои. Героев новых не добавили, значит, так, оружие, таланты, прилив. В приливе у нас что-то новое есть, да? Нету. Значит, потому что я таланты. Кстати, я пооткрывал немного талантов. На 26 уровне открывается еще из фиолетовых один, да? Суперспособности. Да, вот эту суперспособность я оставлю. Это как стан граната получается, да? Давайте посмотрим, что у нас в сокровищнице, что нам дали. И пойдем сыграем. Ты, кстати, не забывай про свой драгоценный лайк. Твой лайк я всегда ценю. Так, есть у нас, да? Сим-сим, откройся. Опа! Облик оружия. Амарантус. Золотой меч. Фига себе. Так, хорошо. Давай сразу поставим его. Это ближний бой у нас. Облик. Нет. Это из легендарных. Офигеть. Снарядить. Вот такой облик я хочу. Да, такой меч. Меч отличный. Ну ладно, пошли в каточку, значит, пошли в трио. Испытание вестника. У нас, кстати, ежедневное задание есть. Кто не знал, ребята, выполняем. Получаем бонусы, деньги, значит, и все остальное тоже. Погнали. Так, значит, на карте у нас... Ага, вот выбрали они богатую территорию. Подтвердить, хорошо. Я буду за ними следовать, значит, да? На Е, слушай, я клавиши забыл уже. Вот это моя любимая Нарака, да? Какие глаза у нее, а? В общем-то, не злись. Опа, это кто? Это с Варкрафта, чувак? Офигеть, мы рассеялись. Вот это наша команда. Так, я появилась. Я появилась, Вальда. Я извиняюсь. Я на F нажал случайно. Брать на E надо. Я путаю клавиши. Опа, улучшение было сумочки. Так, понял. Понял. Здесь свечечки какие-то стоят. Так, это легендарное. Дай мне что-то легендарное. Пожалуйста, что ты мне дала легендарное? Легендарное у меня только лук, да? Ближний бой мне надо явно сменить, значит. И броню сменить желательно. Броню я не хочу. Я не хочу такую броню. Я хочу какую-то крутую броню. Так, тут уже все обшарили они, смотри. А я подзабыл, значит, как играть в нее. Опа, что здесь? Опа, здесь сундук есть. Здесь сундучок есть, значит, рядом где-то... О, дай оружие, дай. Не, ну почему пистоль? Почему пистоль? У меня обилок нету никаких даже. Слушай, мне надо обилки. Что здесь? Нефрит. Души, защита и здоровье у меня, да? Так, я одних крюков не набрала. Не набрала. Копье есть. Копье мы поменяем. Вот, ну, по крайней мере, хоть... Ой, лук какой, а? Ты посмотри, да? Посмотри, какой лук. Это я скин получил на лук, значит, такой. Опа, монетка. Рикин, так, все здесь наши, да? Рикины. Токены и чикины. Пока чужих я не вижу, это хорошо. Туда пошли, да, лутать. Опа, опа, здесь есть что-то поинтереснее, да? Длинный меч вместо копья. О, у меня обилок на него нету, кстати, на меч этот. Мне катану взять, на катану я взял легендарную обилку просто. Самую легендарную. Так, на F у меня стан граната, ну типа волны.
на Q у меня крюк. Мне надо вспомнить просто. На E я лутаю, значит. Опять трос. Так, ну у меня нету этого. У меня есть монетки, да? Так, стоп, тут битва идет. Я ничего не слышу. I'm being attacked. Слышу. Cry havoc and let loose the sea dogs of war. Так, это первый был. Это первый был. Монетки забираю, это забираю, это забираю. Вот этот чит забираю. Это тоже возьму. Так, хорошо. Меч мне... Не, он вообще урона не принес. Он упал здесь. Пытался меня, значит, побить. Но так получилось, что побил я его. Возможно, новичок какой-то. А возможно... Просто не смог. Но подожди, это ж трио. Трио, да. Я даже гарпун не сразу вспомнил. Не сразу вспомнил гарпун. Давайте посмотрим. Послушаем. Я здесь никого не слышу. Абсолютно. The shadow will shortly begin to spread. Я думаю, отсюда надо... О! Что здесь за обилка? Хоть мне какие-то, хоть нефриты надо. Кто-то подлагивает, антенка у него, значит. Возможно, вдвоем останемся, да? Здесь никто не возродился. Это камень возрождения, если кто не знает. Так, и броня у всех фиолетовая. Слышишь, у Алекса синяя. Так, гарпунов всего хватает у меня, да? Хороших обилочек бы каких-то, но надо уходить в зону, мне кажется, ребята. Зона идет, зона здесь быстро идет. И идет она очень сурово. О, это кусты невидимости. Я невидимый стал. Да. Кусты невидимости, кстати, имба, если можно спрятаться. Последняя серия Панарака, я там остался один. Против... Здесь вообще не лутали, что ли? Так, застывшая душа охотника надеется на секретным навыком звездочета. Так, это фигня. А, у меня некуда уже, да? Очень обидно. Так, а почему мои сзади-то? Странно, ведут себя как-то. Ну, вроде тишина, я здесь подлутаюсь. Немного. О! Вот, нефрит лучше. Так, защита. Ближняя защита. Сумочка, улучшенная сумочка. Еще нефрит здоровья. А, нет, это для этой сумочки, да? Это я сюда говна напихал, значит. Сори. Опа! Все. У Алекса так, не бери это, этих, эту фигню, значит, у меня все. У меня фиолетовая броня. Это отлично. Так, на всякий случай... Копье я возьму, значит, дополнительное оружие, как бы. Мне бы катану найти. Катану я прокачал. Желательно фиолетовую сразу. Катану найти. Было бы вообще хорошо, а? Как вы думаете? Я думаю, да. Погнали отсюда. Так, что-то завершено, я не знаю, что завершено. Где наши сидят? Ага. Трюк я прокачал тоже немного, но на самом деле у меня не хватило. Не хватило просто этих книжечек прокачать его полностью. Так, ремонтные наборы есть, есть. У меня 41 удар еще есть. На мече из 50. Опа, что-то фиолетовое здесь. Пушка. Опа, здесь бой был, да? Улучшение для сумки, защита. Так, вот это я набрал бы, да?
Вы здесь дрались, что ли, без меня? А чё звука не было тогда, когда вы дрались? Так, хорошо, я возьму фиолетовую пушку сюда, меч сюда. Лук, копье у меня вот так вот. Чинить не надо ее? Нет, 10 выстрелов не надо. Не надо. Ну, меч на всякий случай. Чикну. Чтоб 50 было, чтобы они не раздражали меня, значит. Так, ягодок поесть бы на самом деле. Ну, посмотри, какие, да, делают. Вот Нарака — это самая красивая королевская битва, как по мне. Мы вошли в какой-то круг, непонятный круг. Так, здесь что есть? Купить. Я что купить могу? Для оружия не надо, для предмета улучшенная сумка. Вот, для души мне надо. Еще для души. Все, теперь я могу брать. Для оружия, так, защитный порошок. Ремонтный, счастливая сумка с нефритами. Идет дыхание. Не хочу дыхания я. Я не хочу дыхания никакого. Фига себе. Я же надеюсь, это не я. Зона. Зона. Надеюсь, это не я дыхание сделал. Кустик невидимость. Давай тактически. Давай тактически думать. Вон там еще куст невидимость, да? Кто-то, возможно, сделал. Пока все живы у нас, слава богу. Если что, у меня пушка есть. Дыхание дракона кто-то сделал. Да, мне бы нефритов теперь еще, да? У меня еще можно использовать. Слышу кого-то. Cry havoc and let loose the sea dogs of war. Я ее гарпуном убил. Офигеть. Монета, лук. Так, что тут у нас? О, давай возьмем все самое крутое. Так, мне надо похилиться. Armor restored. Set sail. Она на броню хотела за... Ой, на броню, блядь, на дерево хотела залезть. Ну, слушай. А оружие какое у нее есть? Катана есть. Так, все. И смотри, какая у меня обилка теперь, а? Какая у меня катана? Золотая. Мой скин работает. Только ее починить надо немного. Чуть-чуть починил. Так, пойду нефриты поищу. Душ хороший еще. Пойду поищу. Смотри, там кто-то возрождается, по-моему. Луч горит этот. А у меня все забиты нефриты, да. Защита в ближнем бою 25, в дальнем 24, защита головы 18. Сейчас бы золотую броню. И все, значит. Кстати, остальные игроки друг друга перебили. I see treasure. Катана? I could use a fist or sword or two. Can't you join me in this fight? Давай дальнюю защиту возьму катана, во. The shadow will shortly begin to spread. Третий удар в комбо восстанавливает здоровье. Все, отлично. Так, здесь где-то сундук, да? Во, вот он. Что здесь я могу купить? Так, огни... А, распродано. Броня, так, все. А что? Я хотел огнемет купить. Блин. Огнемета не осталось. Значит, так, и новая зона у нас, ребята. Новая зона.
У меня все на защиту, да? Ну фиг с ним, пусть будет на защиту, потому что я парирую, значит, сейчас зашел, значит, долго не заходил. Парирую очень, ну так себе. Сказать на троечку из пяти, наверное. У кого-то антенка горит, да? Но мне помогли справиться, да, с этой, смотри. Она где-то дралась, у нее половину жизни не было, и это повезло. На самом деле я ее подстанил чуть-чуть, но как-то станка сработала очень слабо. Быстро она расстанилась. В живых 30 еще осталось. Хера себе просто. Так, может там что-то хорошее есть? Может здесь что-то есть? Как говорится, не узнаешь, да? Ну тут брони куча. Это что? Сумка для оружия еще есть. Сумка для оружия, в принципе, мне не нужна, наверное. Что вы тут все облутали? Нету никак... Ни... Метеор, навык пушки. Давай метеор возьмем. Что это было? Я с пушки фиолетовой постреляю хоть. Вы куда, ребята? Давайте хоть в топ-30 войдем. Алекс давно не играл в эту замечательную, красивую игрушку на рак. И она мне реально нравится. Так, а вы взяли... Опа, опа. Я издалека поработаю. Блять, что происходит? Да я заставлю их всех. На тебе, я скрюкаю ее. Уложил, застанил. Так, там что, зонтик чей-то? Слушай, пушку надо починить. Фигарит, если бы я им не помог, мы уже бы откинулись, ребята, я вам серьезно говорю. Так, катана у меня, что там? Давай катану починю, мать тё так. Если бы я не помог, мы бы реально откинулись бы. Это что такое тут? Призрачная поступь. Да я вот хочу его посмотреть, что здесь у него есть. Ремонтный набор есть? Есть. У меня заканчиваются ремонтные наборы. Крюк пополним. Атака 3. А защита есть? Защита. Поменяем, слушай, на такую защиту. Дальняя защита. Ну, в принципе, вот так, да. Фиолетовые обилки самые такие хорошие. Есть золотые еще, да? Так, что у тебя было? Красиво развалили, технические. Хотя я... Не пугайте меня. Хотя я не видел даже уже противника фактически, да? Но я думаю, кину я свою эту... станку, значит. Так, лук. Это нахер надо. Spread. Уклонился, значит, взял этот станку свою водную. И нормально. Последнюю, как всегда, с гарпуна. Гарпуном желательно пользоваться. Но пушка, слушай, пушка фиолетовая, это круто. Ой, смотри, сколько там обилок. Ты видишь? Ты видишь, там сколько обилок, а там что-то золотое есть еще. Блин, вы не пугайте меня так, вы с кем деретесь? Игра на самом деле сложная, если кому-то, ну, знаете, кажется легко, то, ну, это не так, ребята. А это что? Подожди, это я знаю, что, да? Ну, нет, тут хорошего нету, это что такое? Дары. Я принял дары. А где они, эти дары? Вот там дары. Пойдем дары возьмем.
Так, переключусь на меч. Мне бы фиолетовую катану на самом деле. Так, сидят. А, 9 живых уже. 9 живых осталось. Дары здесь. Где-то наверху. Нет! Ну вот, вот это вот, значит, ну, я не совсем люблю. Значит, я говорю, наверх забирайся, вот. Нет, сюда залезь. О. О, задание дары завершено. Круто. Круто, круто. Круто. Ой, а катаны нету, ребят? Нет катаны. Копье мне не надо. Катана распродана! Золотая! Отдайте мне золотую катану. Вы же видите, я с катаной играю. Золотая катана, это топ-1 сразу же. Сразу сходу. Не, если бы на самом деле еще броня золотая была, было бы хорошо. Смотри, 9 человек и кто-то где-то... Ага, вот вижу. Вижу врага. Оттуда идет, да. Я предупредил, чтобы знали, как бы. Рики, не иди туда, или Рокки Гри, не иди, не иди. Пусть файтятся, мы пошли. Бля, зря я пометил, значит. Мне бы хотя бы фиолетовое что-то. Блин. Есть попадание. Quickly now. Есть попадание. Давай. No, давай, добьем его. Where did you come from? I shall purify the souls of their filth. Not a bad turn. Cry havoc and let loose. На тебе, газа. Ты посмотри, а? Мне надо захилиться, ребята. Мне надо захилиться. Мне надо хилиться быстрее. Быстрее хилиться. Фига себе она, да? Посмотри, на последнем издыхании. Хилься. Пушку заряжай. Я тогда пушкой попал. Хорошо, попал. По одному и второму, а? Так, все, подхилились. Так, мне выходить нельзя, да? The shadow thickens. Я не вижу просто, где мои. Ага, вот мои. Хилься, хилься, тоже хилься. Где Рики наш? Где Рики Мартин? Заберусь повыше, посмотрю. Где Рики Мартин? Ой, зона идет. Не достал гарпун. Рики Мартин тут где-то, да? Рокки, тебя убили. В золотой броне я сам остался, а? Я сам... Нет, я суперспособность хотел Ну нет, я сам остался, как вы не увидели их, я суперспособность не успел. Это на рака, ребята, это на рака. Вот так вот. 3 убийства, 1 убийство, 1 убийство. Что-то подозрительно мало у вас, ребята. Убийство, то подождите, вы играли очень много ж. Ладно, давайте не считается еще одну каточку. Слушай, ну это шикарно, это шикарно. Это круто. Победители. Это победители, подожди, это же не я. Это победители, ладно, давай еще одну, да? Так, значит, имена тут выбрали мы. Вот локация «Покой ясного крыла» у нас вот вверху находится. Имена я не прочитаю здесь. Ладно, подтвердить. Значит, ежедневные задания мы выполнили. Потом возьмем награду какую-то за дейлик. Ух ты, смотри, какая, да? Вот посмотри, какие скины в игре просто. Вот, в принципе, ничего необычного, да, но... Ну, красиво.
красиво ей играется, она быстро очень, это Нарака, то есть вот бой тут, да, вот комбо, не комбо, гарпун, значит, все, все быстро. Здесь есть и такие, типа Шаукана, да, с Mortal Kombat'а такое, плечо мощное, вот так, вот так, вот так. Это Шаукан, значит. Есть и такие, типа, да, это какой-то Кунг Лао или... Ух, короче, да, так, и вот наши ребята... Или подружки. Ну, я не знаю, кто это. А я не умею читать эти имена, к сожалению. Ого, скин какой-то. Смотри, с глазами пчела. Типа там улей какой-то с копьем, значит. Она ужалит и ужалит очень больно, мне кажется. Ой, как я хорошо заспамнился. Давай посмотрим, что здесь. А здесь арбалет, да? Ой, как хорошо здесь, как хорошо. А, богатая территория. Богатая, богатая. Так, у меня золотая броня. Офигеть. Офигеть, такое было очень-очень редко, ребята. Но мне надо оружие ближнего боя очень-очень сильно. Очень сильно. Возьми обилки, пожалуйста. Мне надо оружие ближнего боя. Выпрыгни в окно ты, наконец-то, а. Выпрыгни в окно. Значит, восточные ребята, девчонки, играют вместе с Алексом, да? Так, возьмем нефриты хоть какие. Гриб, короче, такое ощущение, что это гриб невидимости. Невидимость, слушай, мне повезло, но не совсем. Пушку возьму я. Так, я набрал оружие, значит, пушку я оставляю, мушкет нахер выкидываю. О, вижу еще золотую. Обилку, я не знаю, ребята берут, не берут вот эти золотые, значит, растения или что это, склепы, не знаю. Здесь бывает. Что я взял, не катану? Не, копье. Ну, значит, с копьем пока похожу, по крайней мере, фиолетовое копье. Друзья как-то рассредоточились. Фиолетовое копье, значит, о, здесь обилочки есть. Вот это возьми, пожалуйста. Не берешь. Групповой огонь. При заряженной атаке или пистоле летят точные скорости. Но это не пушка. Это не пушка. К сожалению, а что я тут набрал? Кинжала? Кинжала мне не надо, к сожалению. Ударные волны. Длинный меч, блин, не-не, я с копьем побуду. Я с копьем побуду, мне катану бы найти фиолетовую, ну. Так, мы рассредоточились, да? Опа, монетки, я не знаю, собираю, я потом на сундуке могу потратить их, но обычно, когда прихожу, в сундуках уже все куплено, значит. Так, а что наверху там, подожди. Подожди. Вы Алекса не обманете. Там что-то вкусненькое было, значит. Насколько я понимаю, да? Опа. Как тебе фиолетовое копье мое, а? Вы все сделали? Да, это троечка к нам пришла. Троечка, пойду своего посмотрю. С чем был? Возьму монетки. Монетки берем, кинжал. Атака, ближняя защита. Вот так сделаем. Вот. Я кого-то... А, это наших слышу, да? Шашки такие маленькие. No spools, no fucking. У меня нету больше копий. А, ладно. Чё за дым у меня? Чё за дым? Мне надо вот эта сумка, вот. И под... Блин, я подлутать хочу, вот. На самом деле, да? Катана есть синяя. Не-не-не, я копье оставлю. Мне надо починить копье, кстати. У меня есть копье, пушка. Мне надо нефритов нормальных. Во, атака.
И на защиту что-нибудь. Что-то на защиту. Близкая защита, отлично. Блин, а как у меня копий нету? Надо пополнить. Так. Копья у тебя есть? Копья. Трос. Так. Чего? Мне надо сумка, значит. Ага. Здоровье. Так. Фигня получается. Так. Что у меня по жизням? Что никто не говорит, что у меня почти 0 хп, значит. Я и не увидел. Так, что здесь есть? Давай откроем. Все сожрало, слышишь, так быстро, а? Я открыл, она подошла и все, все сожрало. Значит, так, хорошо. Этот есть. А, мы с зоны не уходим даже, да? Не, перестань бить. Все. Отлично. Тогда я посмотрю. Вот так просто. Так, пополняем. Защита редкий. Так, ну у меня вот так вот, да, нефрит души, здоровье. А, так, все пополнили. Вроде гарпуны есть. Я без гарпунов вообще как без рук здесь просто играю. На самом деле без гарпунов здесь сложно играть. Но возможно. Так, я ж хотел, меня перебили. Я хотел залезть по костям куда-то. Вот туда вот, да. Гарпуны не буду тратить, значит. Здесь они возрождаются еще. Вот это камень возрождения. Наш ушел куда-то. Один туда, один туда. Давайте держаться вместе, а? Давайте держаться вместе, ребята. Я понимаю, вы рандомы. Да, я уберу метку. Вот. Я понимаю, рандомы и все дела, но вместе мы сила, брат. Как говорится, да? А если не вместе, то не сила. Но они по-своему переговариваются как-то, видимо. Ой, слушай, бои такие напряжные. На самом деле, столько клавиш надо жать, у меня уже рука прям Открыть схрон. А, требуется сумрачный ключ. Здесь схрон есть. Там схрон. А где ключ этот может быть? Сумрачный. Я не знаю, может у кого-то есть, ребята. Там схрон. Я никогда еще в схроне не был. Для нефритов. А что, у меня есть разве, да? А, для нефритов у меня есть, да. Free loot, my favorite. X marks the spot. Я хочу открыть. Кто-то поможет открыть? Так, нефрит душ я пометила им, да? Я сделала свое дело. Охота за головами принята, нифига себе. А где голова у нас? А давай карту включим, посмотрим. Ага, голова там. Они идут на голову, я иду с ними. Я же не буду команду подводить, да? Хотя они меня не понимают, и я их не понимаю тоже. Я даже не знаю. Возрождение будет использовано через 30 секунд. О, блин, а можно мне быстрее? Так, дракоша здесь, да? Так, я вижу 280 метров, но мне добежать надо, ребята. Теневая порча разрастается, я понял, здесь дракон еще. Он смотрит на меня. Он смотрит на меня, я надеюсь, ты не будешь по мне лупить. Дракон, если улупит, это все будет. Так, где? Вижу. Чак! А, чё ты ко мне пристал, а?
Пожалуйста, копье. На тебя. Ёб твою, нет. Нет, а где мои друзья? Почему ты не, чё ты не бьёшь? Убей его. У него одно хп оставалось. Одно хп оставалось. Добейте его уже, а? Одно хп. Так, меня не спасти, да? Спасите меня. Я надеюсь, броня у меня осталась. Он спасает меня, смотри, мой зарубежный восточный друг. Ты спасешь меня. Not a bad turn. Не понял, фиолетовая? Где моя золотая броня? Yes. Почему у меня фиолетовая? У меня золотая была. Или он украл у меня ее, а? Ага, вот так, если приседать. Блин, я не то нажал опять, значит. Так, ладно, катана. Он меня не полностью разобрал, значит. Блин, ну обидно-то как. А, одно хп оставалось. Я хотел суперспособность заюзать. А зачем мне фиолетовая броня? У кого? А, он, у моего друга золотая, значит. Тот с меня снял, да, лук не надо мне. Спасибо. Пушку подчини, пожалуйста. Ну, пушка так себе, да, но я продамажил нормально, потому что вы видели, да, мой друг проигрывал. То есть у того почти полное хп было и полная броня, да. Пушка помогла, конечно. Тут я его накувал еще, но увы. Я не успел заюзать суперсилу. Он мне просто не дал. Я хотел увернуться, а у меня уже уворот-поворот, значит, закончился просто. Вот и все. А что мы идем против зоны? The shadow will shortly begin to spread. Мне надо жизни. Надо следить на самом деле за этими. А вот нет, одно хп, пожалуйста, тоже. Ключ есть! Подожди, я иду. Да давай гарпун свой. Гарпун. Фигня, а не гарпун, значит. Есть, тайник открыли. Мы открыли тайник. Здоровье. У меня такое же здоровье. Шторм копья. Копье, о. Шторм копья я возьму, потому что у меня копье. Все. Молодцы, они открыли тайник. Нашли где-то ключи, а? Ну, правда, я побывал последний в тайнике, значит. И мою броню носит теперь мой друг. Ну, ничего, я не в обиде, значит. По крайней мере, воскресил меня, да. По крайней мере, у нас хоть какая-то команда. Есть. О! Здесь обилие просто. О, офигеть. Это надо вставать вот так. Так. Защита, значит. Так, что еще у нас есть здесь? Мушкет, рикошет. Рикошет — это пушка. Так, мне бы еще что-нибудь хорошего, да? Ой! Понял, побежали. Так, ну чуть-чуть подфармились, так сказать. Немного подфармился. Слушай, ну хоть посмотрел, что там, да, как прикольно, да, в пещере этой. Ключ, я не знаю, где ключ они нашли, но я так полагаю, где-то нашли. Гарпунов 12 не буду использовать, суперсила. О, смотри, как у него гарпун прокачан. Не, у меня тоже достал до краешка. Отлично. Достал до краешка. Это хорошо. О, накупили сколько, да? Смотри, сейчас еще накупят. Так, мы в зоне. Кинжал. Блин, ну почему нету этого?
Почему кинжал только есть? Почему нету... Вы мне скажите. Это самого, как его, фамилия-то, а? Катаны моей, а? Ну, в прошлый раз было катана. Так, а что-то сузилась так зона-то, а? У нас... А, 12 выживших уже всего. Но слушайте, ребята, этот каждый выживший, я не знаю, супергерой просто, очень крепкий. Нефрит души случайного качества не надо мне, да? Для оружия. Для предметов. А, у меня денег нету. Чего я смотрю, значит? Эссенцию я сожрал какую-то. А, нет, это я взял. Да где ягодки, кстати? Я бы ягодок пожрал бы. Они тоже буст дают в этой игре. А у меня полно, да? У меня ремонтных ноль. Ноль ремонтных. Мне надо ремонтный набор найти. Вот ремонтный набор. Выкинь это. Возьми ремонтный набор. Один хотя бы. Тягай с собой. Я не знаю. Сейчас еще один возьму. Ну вот так хотя бы. Так, все. Жизни и пополняшки есть. Жизни пополняшки есть. Копье, эта пушка нормально. Да, пушка синяя, блин. А мне бы фиолетовую. Мне надо уходить. И хилиться. Хилься, хилься, я одну забрал. Yes, all ship shape. Вот так быстрее хилиться, да? Но так попасть. Броня восстановлена. Это... Это невероятно. Это победа, ребята. Это победа победителей. 4 убийства, 3 убийства и 9. Но я сыграл очень важную здесь роль. Очень важную роль в Нарака, значит. Пошли посмотрим, что у нас за топ-1 дали, значит. Так, значит, вот у нас уровень, да, вырос. Вот, у нас есть прилив. Получить все, что здесь нет, ничего, да. Оружие есть. И ближний бой у нас что-то 6 уровня. А, поэтому мы получаем вот эти Т-монеты. Они очень важны. Потому что есть такая графа таланты, да. И каждый талант, вот где копье, да, лунная ловкость. Ловкость. Оковы, значит, находите копье и просто прокачиваете. У меня мало еще на самом деле. Просто не хватит. Вот, тоже получаем за ежедневные испытания, да, получаем мы. Вот, дейлики, значит, получаем потом сокровища, значит, герои. Вот у нас. Что ж, ребята, на этом у нас все. Не забывай про свой драгоценный лайк. Твой лайк я всегда ценю. А с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого увидимся.